В итоговом задании, которое я только что разместил, я поторопился немного вас порадовать простотой создания деморолика. Выдергивать слайды, как попало, из разных плоскостей у нас не получится. Надо делать немножко по-другому. По-другому это следующим образом. У нас две группы, каждая из которых состоит из двух полных циклов. Три слайда в первой группе. Прямое и три слайда обратное вращение. Также и в другой плоскости. Две группы по три слайда. Мы можем комбинировать только по три слайда. Любые три слайда из любой плоскости вращения, скажем, последние три в первой группе копируем. И первые три во второй группе. Вставляем в конце. Быстренько убираем надписи, чтобы они нам не маячили. Вот таким образом, скомбинировав по группам, по замкнутым циклам, мы можем оставить без всяких изменений. Вот здесь сейчас происходит стык другой плоскостью. И вы видите, что буква B сверху, она появляется немножко по-другому. Это неизбежно, потому как в реальном кубе так она и есть. Но в любом случае она встает в квадратную позицию, фронтальную, в правильном положении, что так, что так. Поэтому мы здесь ничего делать не будем. Так все и остается. Дальше также идет все плавненько и как положено. Мы сделали стыковку последней тройки из первой группы и первой тройки из второй. Теперь можно добавить опять из первой группы первую троечку. И последний, второй. В общем, здесь можете комбинировать, но только группами, как хотите. И в этом случае действительно вам уже не понадобится больше никакие слои вертеть, крутить, подстраивать. Опять убираем надписи. Можно индивидуально все это составить. В принципе, когда я делал деморолик, у меня вот этой технологии не было. Просто я один с другим слайд строил и плоскости подгонял, чтобы они совпадали, картинки на плоскостях. Потоковое производство имеет свои нюансы. Вот таким образом вы перемешали группами разные направления, и получится интересные моменты вот именно на таких вот стыках, когда идет открытие четырех плоскостей. Видите, идет как бы непрерывное в четырех плоскостях открытие.
в отличие от движения в одной группе. Ну, далее уже все, как объяснял до этого. Вставляете фоны, можете делать переходы, можете изменять масштаб, позиционирование добавлять. В общем, здесь уже прилагаете фантазию и делаете так, как вы видите свой кубик для итогового задания. Всем удачи!